Избирательные участки 1296 и 1297 сельского поселения Молковское расположились в Доме культуры села. В первой половине дня жители поселения довольно активно отдавали свои голоса в пользу выбранного кандидата. Поселок сейчас стал налаживаться с новым нашим руководителем. А что сразу изменилось? Да все буквально, и везде свет стал, и все чистенько стало. Ну, чувствуется забота. Настоящий руководитель. Первый раз такого видел. Мне все нравится, очень даже. Никаких изменений, так и должно быть. Пожалуйста, я за это голосовал. Ну, самое главное, конечно, хотелось бы, чтобы был более благоустроен наш поселок Молоково. Во-первых, у нас ужасная вода. Это прям, наверное, самая основная наша задача. И мы просим, без конца и писали, и говорили, вода, дороги и, конечно, больница. В этом году, ну, то есть в 2015-м, у нас поставили новое оборудование. В принципе, я так понимаю, что оно практически везде, потому что когда получали, бюллетени, все говорили то, что в основном везде на всех участках поставили. Ну, пока еще для нас это ново, нам нравится, говорят, здороваются, люди удивляются. На участке 1296 приписано 768 избирателей. На 10 часов утра проголосовало 13 человек. У нас прикреплены люди, которые живут в отдаленных местах от общественного транспорта, поэтому в связи с этим может быть такая еще пока не активная, в общем, выборная идет у нас кампания. К нам приписан новый микрорайон Новомолоково, две улицы, но пока с этих двух улиц ни одного человека проголосовать не пришло. Разосланы были приглашения на выборы, поэтому, скажем так, работа по приглашению на выборы была проведена. Это уже зависит от избирателей, от их волеизъявления. Для наших избирателей еще праздничный, так сказать, концерт. Будут принимать участие самодеятельность нашего Дома культуры, в котором сидит избирательная комиссия. Так что у нас все для народа и все для праздника. Праздник, мы надеемся, состоится. Для жителей сельского поселения Молоковское, живущих в отдаленных деревнях, администрация организовала автотранспорт. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.